починаємо наш денний ефір. У студії з вами Тетяна Малимко. Доброго дня. По-перше, хочу привітати усіх із Днем музики. Сьогодні він відзначається в усьому світі. І хочу привітати із Днем музики наших гостей. Насправді, ми говоритимемо сьогодні про спорт, але мені здається, що і музика, і спорт, вони дуже схожі в нашій країні, і треба більше звертати уваги на них. Марафон великого тенісу «Шкільний супергерой» – наша тема сьогодні. В студії Ганна Ващенко, куратор проєктів благодійного фонду «Пчолка», Єгор Петров, автор ідеї шкільного супергерою, капітан спортивної команди «Саускаст Теніс Сквад». Добрий день. Марія Толкаченко, майбутня зірка тенісу. Привіт, Маш. І Микита Безрукавий, оператор проєкту. Доброго дня! Отже, нещодавно ми зустрічалися в нашій студії, розповідали про великий такий тенісний, я не знаю, такі змагання, чи це свято було навіть, так? Марафон. Так. Як він відбувся? Розкажіть нам. Так, 16 вересня у парку відпочинку парку Шевченка відбувся наш спільний перший проєкт. Це благодійний дитяче свято великого тенісу. Так, було дуже цікаво, було дуже багато дітлахів, які були зацікавлені. Хочу сказати, що це було успішно реалізований саме цей спортивний день. Єгор, може, ти розповісти більше? Я знаю, що ви шукали там зірок, насправді, так. Людей, які малечу таку, так? Яка захопиться тенісом. Так, це дійсно так. Фестиваль, він відбувся на дуже високому рівні. У нас було багато дітей, родичів, батьків. Та ми привернули до себе велику увагу. Ми дуже задоволені. Нікіто, ти задоволений? Да. Багато було дітей. Я знаю, що навіть вже дехто прийшов до вас у студію, так, і хоче займатися, продовжувати займатися тенісом. Так, велика кількість людей висловила бажання займатися з нами, щоб їх діти займалися. Діти, вони були в захваті, вони з першої хвилини схопили тенісні ракетки, та вже вони їх не відпускали до кінця. Також там був казус невеличкий. Після 4 годин, як ми почали свій фестиваль, до нас підійшли бійці Нацгвардії, та вони шукали дитину, яка загубилася. Загубила своїх батьків, але цей хлопчик, він не розумів, що він загубився. Він саме, бажав, його да, шукають. Він бажав грати та грати, залишатися з нами. Да, і він ще був на роликах. І забагато було дітей, вони, в них не було бажання нас покидати, йти додому. Відпускати про те, що говорили, Деякі батьки навіть втомилися, а діти ні. Вони цілий день грали у теніс, їм було дуже цікаво саме це, що ми робимо, а батьки вже казали, та пішли вже додому. Ні, я ще хочу грати. У нас є невеличке відео, давайте подивимось, як усе відбувалося. Thank you.
Чудово і весело було, так? І чи будете ви ще повторювати такі свята? Естественно, это мероприятие, оно открывает собой серию спортивных различных событий, соревнований, конкурсов, которые мы вот совместно с благотворительным фондом «Щелка» и Одесской областной федерацией тенниса сейчас разрабатываем. Это все в рамках программ по развитию отечественного спорта. И, конечно, мы будем продолжать. Сейчас этот проект, он находится на небольшой доработке. Дальше мы займемся непосредственно учебными заведениями. И, в принципе, вот наша цель сегодняшней передачи – это обговорить. То есть у нас сейчас есть проект, над которым мы работаем, называется «Теннис. Школьный супергерой». В контексте вот школьных программ мы будем содействовать с департаментом образования Одесской области и надеемся, что мы получим доступ к большинству школ в нашей области. Это будет очень интересный проект, в нем участвовать будет вся наша команда. Заключается он в том, что нечто подобное, похожее на этот фестиваль, будет проводиться непосредственно в школах. И из каждой школы будут на конкурсной основе отобраны лучшие игроки, талантливые дети, более способные, скажем так, к теннису, чем другие. И в перспективе проведения такого большого суперфинала среди учебных заведений города Одессы. Ну, хочу сразу подчеркнуть, что данное мероприятие, оно направлено на учащихся начальных классов. То есть здесь будут задействованы непосредственно дети, которые учатся в начальных классах, потому что если мы замечаем и начинаем вести талантливого ребенка именно с начальных классов, тогда у него есть все шансы, что он добьется успехов в большом теннисе. Марія, ви так сидите, так скромненько, так? Але принесли з собою тенісну ракетку, так? Це да. Ваша? Твоя ракетка, Маша, говори. Ні. А чи я де взяла? Тренер, да. Так. Ви давно займаєтесь, Маша, тенісом? Чуть більше года. А що вам сподобалося у тенісі? Чому ви вирішили взагалі займатися? Тому що це енергичний вид спорту, тому що у тебе буде хороша фігура, сильні руки. Це хто казав? А грати цікаво в тенісі? Мамі привіт. Так, насправді. А ви вже їм змагалися, можливо, так? Чи брали участь у турнірах якихось? Ну, поки на счет з тренером тільки грає. І зі мною. Да, и с Никитой. У нас турниры в следующем году начинаются. Вот. Но Маша может рассказать, вот, чем ей нравится игра, чтобы вот многие поняли. Маша, расскажи нам, чем тебе в теннис нравится играть. Почему? Интересно. Там нужно думать и бегать. И можно лупить мячи со всей силы. О, со всей силы лупить. Это Маша нравится. Насправді, Маша так сором'язливо відповідає трішечки, але, знаєте, за цією такою сором'язливою посмішкою криється дуже серйозна майбутня зірка тенісу. І ми зараз подивимось, як вона взагалі грає. І в нас є невеличке відео, і як вона відбуває м'ячі. Да, давайте посмотрим. Pick it up, ooh, niggas is stuck in the loop. She be talking about them niggas like fools. Can't you just fuck with the crew? Eat it up, ooh, I like that, can you speed it up? Hit it like Pacquiao, beat it up. Take it right back to the city, yeah. My sidekick, actress. Broke niggas fuck on a mattress. I'll be the only one blasting, but these niggas thinking they flashing. I just keep rolling right past them, but still they preaching like a pastor. I'm Harry Potter's headmaster, casting a spell on this actress. Yeah, hey, speak kind of nice though. I really like it, like fuck no. Fuck that nigga, pipe up like woo. Making dope. All of these niggas they see me bro. Doing this shit for the fellas, bro. Game set match. Ой, Маша, класно. Маша, молодець. Так, Маша, молодець. І я хочу, до речі, так сказати, так, насправді, там Маша головна героїня, і ви бачили, так, сором'язлива дівчинка, але відбуває вона дуже сильно. Супер.
всіх рознесла там ударами своїми, Маша, молодець. Ви знаєте, я взагалі дивилася й інші ваші відеороботи, так? І у вас такий стиль молодіжний, такий, так, хіп-хоп якийсь, хіп-хоп, там, трішки GTA, ви говорили. Така культова гра, насправді. І чому ви, навіть назва, так, South Coast Tennis Squad, тобто да. вже воно якось реперський такий мотив трішечки. Да. Да, чому? Конечно. Це ж наче не баскетбол, там, не на якісь... хіп-хоп, да, і більше кіграм, більше GTA. Тому що діти дуже люблять це, вони люблять цю ігру. І ми вирішили використовувати своїх відео, тобто монтажні фішки. Там, наприклад, зірки загораються, так, м'ячом попадаєш в кого-то. Или, например, там, что у нас еще было, мы делали рэперский в стиле рэп-видео, то есть мы накладывали крутые рэперские минуса, ходили по студии, фоткались, и это было весело. И, кстати, первые фотки мы сделали в стиле рэп, там, Егор был с ракеткой, в очках, в цепях, такой, как с черной мафией какой-то. Да, мы такую стилистику выбирали для того, чтобы быть поближе, скажем так, молодежи, вот, потому что молодежь сейчас у нас развивается динамично, они любят музыку, всегда в курсе там, последних трендов, вот, поэтому мы решили использовать, естественно, такую рэп-стилистику. Однако, конечно, нам это далось очень нелегко, потому что идея изначально как бы у меня была очень интересная, но нужны были люди для ее реализации, которые бы мне помогали. Один бы я, естественно, не справился с этим масштабным проектом. Поэтому вот Никита как теннисист, он еще и теннисист, игрок в теннис, а также тренер. Когда он заметил, что намечается создание такого интересного спортивного проекта, он сразу же пришел на помощь. Я увидел Егора в инстаграм-аккаунте фотографии с нашими девочками из команды. И написано, что скоро будет новый проект, ждите. Я такой, что это такое? Написал Егору, будет круто поучаствовать с вами. И потом, через, буквально через там, полмесяца быстро, Егор меня встретил в клубе, сказал, что вот такое вот будет, готовься. Я уже такой. Сьогодні всі ті ролики, які ми бачимо, так, відео, це все ваша робота? Да, все делал я. Но режиссировал, получается, Егор большую часть, то есть там какие-то идеи подкидывал, конечно, он, а я как бы больше снимал и монтировал. Я бачила ще таку режисерську роботу, там, де ви звертаєтеся англійською та французькою мовами. Фрагмент можемо показати, так? Да, конечно. Сейчас будем смотреть. Bonjour, my name is Igor Petrov and I'm founder of South Coast Tennis Squad. And this is... Nikita Bezukhavi, owner of Sock Studio and Animation Company and co-founder of the project. Today we're going to tell you a few words about the project. To make you understand what we are doing. South Coast Tennis Squad is the project about tennis, fitness, fashion, lifestyle and humor. And we try to unite all these things together in fabulous video clips. Yes. And I want to say, this video are amazing. Yes, the idea came to my head when I was celebrating my birthday at 2017 with my friends, mostly tennis players, and I told them, why don't we try to create something special, like a cool project about tennis and tennis players' lifestyle. And then I proposed my media support and started working hard and signed a big contract with South Coast Tennis Squad. Я хочу вибачитися, що в нас тут такий диванчик, так? Наступного разу ми вам крісло принесемо, щоб ви так сіли, як вам зручно. Бо я бачу, що серйозні хлопці в нас в гостях. Да, очень серйозно. До кого ви зверталися, розкажіть. Ну, також за підтримку. Прежде всего, ми пробуємо себе в различних направленнях. І з точки зрения медіаіндустрії, ідея ко мне сразу прийшла в голову о том, що наш проект, он чисто український, но он должен быть представлен на международном уровне. То есть для этого, естественно, нужно осветить его вот на английском, ну и на французском языке тоже есть обращение к нашим подписчикам. Ну, прежде всего, наша аудитория, она довольно большая, потому что теннисное сообщество, оно по всему миру распространено, и на нас обратили внимание и в Италии, и нас обратили внимание во Франции, в Соединенных Штатах Америки, да, в частности, Катрина Адамс нас обратила внимание, это президент американского
американской теннисной ассоциации. Вот. И даже к нам присоединился один известный мастер жонглирования. Он приехал специально из Черногории на 3 месяца, чтобы поучаствовать в нашем проекте. У него более 40 неповторимых трюков с теннисной ракеткой и мячом. И наш проект, благодаря именно этому, он заработал себе множество подписчиков из разных стран мира. Вот. Именно для этого мы делали такое обращение интересное. Ну и плюс нашему подрастающему поколению тоже будет интересно приобщаться к изучению иностранных языков, потому что сейчас, как мы видим, наш мир, он, ну, скажем так, космополитичным, превращается в мультикультурное сообщество, поэтому я считаю, что это правильно и грамотно делать такие обращения на иностранных языках для того, чтобы нас увидели за границей и поняли, что это именно украинский проект, а не вот там какой-то американский или английский, скажем так. Це український проект, це також, давайте зауважимо, що це і безкоштовний проект. Так, тобто ми говоримо про те, що теніс – це дорогий такий вид спорту, але ви пропонуєте займатися безкоштовно, так? Конечно, конечно. У нас сейчас на повестке дня несколько теннисных программ, потому что, как уже было сказано в предыдущей передаче, многие люди привыкли к тому, что теннис – это довольно дорогой вид спорта, и основная наша цель – это выявлять талантливых детей в нашем городе, в нашем стране, и давать им возможность тренироваться на безоплатной основе. То есть, прежде всего, наш лозунг такой, что сделать теннис доступным видом спорта для талантливых детей. Вот, например, таких как Маша. Маша, когда пришла на первую тренировку, я сразу понял, что передо мной будущая теннисная звезда. Мы буквально в течение 3 месяцев ей поставили удар справа, форхенд, удар слева, бэкхенд. Она научилась играть с лету возле сетки, чего нельзя сказать там о подавляющем количестве вот, маленьких игроков. Маша, она буквально за год превратилась в настоящего универсального игрока, и через год, вернее, даже раньше, в следующем году мы уже будем выступать с Машей на соревнованиях. Она будет уже выступать на детских турнирах. А мы, звісно, будем говорить за традицией уже так, что у нас у студии была зірка. Да. Зірка. Майбутнє, але коли ти вже станеш зіркою, то тоді ми будемо вихвалятися, так? Але ж ти прийдеш до нас, так? Не забудеш, я сподіваюся. Ні. Ні, прийде, обов'язково. Як ви познайомилися із бджілкою, пчолкою, не перекладається, так, благодійним фондом? Як ви познайомилися? І взагалі, наскільки я знаю, що фонд допомагає хворим діткам, так? А тут навпаки така благодійність трошки іншого характеру. Так, так. Наш фонд протягом 10 років рятує дитяче життя. Це невиліковні такі тяжкі онкохвороби. Але не тільки цим ми займаємось. Ми популяризуємо здоровий спосіб життя. Ми популяризуємо добру освіту для дітей. І ось завдяки такому фестивалю благодійності, як «Дарі Добро», який проходив у серпні, ми познайомилися з такою чудовою, креативною командою. І наше сподобались один одному, і ми зрозуміли, що у нас є багато натхнення та креативу разом зробити щось цікаве. І тому ми вирішили, що будемо робити цей цікавий проект спортивний, надихати інших, творити добро. Да, у нас наши чувства, они стали взаимными сразу же после первого фестиваля, который мы провели. Благотворительный фонд «Пчелка» — это очень, скажем так, серьезная организация. Они на довольно высоком уровне помогают детям. И для нас это честь участвовать совместно с благотворительным фондом «Пчелка», потому что это конкретные дела. Эту помощь ее можно увидеть там, в различные отделения для больниц. Покупается оборудование довольно дорогостоящее. И мы, естественно, помогаем, способствуем тому, чтобы благотворительный фонд «Пчелка» на различных благотворительных мероприятиях производил сбор денежных средств для закупки различного медицинского оборудования. Для нас это большая честь участвовать вот в таком проекте совместно с благотворительным фондом «Пчелка», а не с какой-то, скажем так, политической организацией, будем так говорить.
І все ж таки, я розумію, що вам, ну, все одно, не гроші, можливо, якась інша допомога потрібна також. Тому що корти встановити, ракетки, м'ячі, якийсь одяг там, це взагалі, ну, свій власний час навіть. Все одно ж ви доросла людина, вам потрібні якісь так гроші. Согласен з вами. На каком-то определенном этапе мы верим в то, что в наш проект придут люди, которые захотят помочь нам, не на словах, а на деле. Сейчас концепция, которую мы развиваем, стрит-теннис, это теннис на улице, то есть в парках, на открытых спортивных площадках. Но в перспективе, конечно, это создание вот муниципальной теннисной академии. Для того, чтобы ее построить, нужна добрая воля, скажем так, наших муниципальных властей и там небольшие вложения от инвесторов. Что касается личного времени и потраченных денег, то, скажем так, за это ни я, ни ребята из команды сильно не переживают. Мы понимаем, что дело, которое мы сейчас делаем, оно прежде всего направлено на подрастающее поколение. То есть это наше будущее, будущее нашей страны. Если мы сейчас не будем закладывать основы здорового воспитания, как физического, так и морального, если мы не будем прививать детям любовь к определенным жизненным ценностям, то существуют все, скажем так, предпосылки к тому, что мы можем просто вот подрастающее поколение потерять. Поэтому мы занимаемся благим делом, и отдача детей, благодарность их родителей, а также осознание того, какое большое дело мы делаем, это все придает нам очень много силы и энергии. И на данном этапе мы не заботимся и не переживаем абсолютно о финансовой стороне вопроса. Вот, например, если взять меня или Никиту, то с нашей стороны это полный альтруизм. Как мы монтировали там множество роликов, это не то, что наше личное время. Мы иногда по ночам могли не спать, да, и монтировать. Да, поэтому на этом мы тратим много сил и энергии. Но, опять же, повторюсь, мы осознаем, что мы занимаемся благим делом. Это не требует никаких, там, знаете, как просьбы там, морально что-то компенсировать. Мы просто ищем сейчас сторонников и соратников, которые согласны нам помогать в нашем деле. Увійти до вашої банди, так? Та не з тенісистів. Отже, ще я хочу все ж таки, щоб ви розповіли про шкільний супергерой, про цей проєкт і марафон великого тенісу, як це виглядатиме, і, можливо, потрібна підтримка взагалі якогось департаменту чи шкіл, і, можливо, нас дивляться зараз директори. Ну, у нас нет сомнений в том, что департамент образования в Одесской области одобрит такой проект. То есть мы уверены в том, что они пойдут нам навстречу. Что касается помощи, то Одесская областная федерация тенниса, она уже оказывает поддержку нашему проекту. То есть они дают, во-первых, прекрасные призы, которые мы вручаем детям, победителям различных конкурсов. Они снабжают нас хорошей экипировкой, теннисными мячами. И плюс, естественно, видеооборудование. То есть это тоже важно, и нам федерация тоже в этом плане пошла навстречу. Из бюджета были выделены средства, были закуплены профессиональные камеры для видеосъемки. Теперь давайте подробнее про сам проект «Теннис. Школьный супергерой». Проект он предполагает то, что мы в каждое учебное заведение заходим как команда супергероев. Вот, и как только мы туда забегаем, там уже начинается все самое интересное. Скучные школьные будни заканчиваются. В нашей команде есть супергерои. Я там перечислю там хотя бы несколько из них. Там есть у нас мистер скорость, мистер мышцы. Есть у нас вот Никита, он мистер гаджет, потому что он умеет пользоваться различными приборами электронными на довольно высоком уровне. Когда мы приходим в школу с таким проектом, что это предполагает? Во-первых, школьники проходят через ряд различных теннисных конкурсов, как это было на нашем вот последнем фестивале по стрит-теннису. Дети, они прежде всего проходят разные тесты. Ну, первый тест — это на чувство мяча. Это самое простое упражнение, там, где игрок должен просто набивать ракеткой мяч. Вот. И кто больше всех раз этот так, мяч отобьет... Вы расповедаете? Да, заберите от меня ракетку подальше. А то машинально уже начинают одевать. Вы расповедаете? Да. И кто из детей больше всего отобьет, допустим, мяч на ракетке, верхнее ведение мяча или нижнее, он получает самое большое количество баллов. Потом дети занимаются различными упражнениями по координации.
Нікіта, ти готов підстрахувати? Так, будь ласка. Сюди, от. О, так у вас хорошо виходить. Ну, а ви думали. Тільки ви ракетку, як сковородку, взяли. Со сковородкой перепутали. Так, значит, да, чуть-чуть отвлеклись мы, конечно, от темы. Детки в школе проходят различные конкурсы. Это все сделано как открытый урок. Что, забрать у вас уже ракетку? Не-не, вы рассказываете, я замок это зараз. Ось так? Да, сейчас он у вас правильно значит ее держать. А все это, кстати, мы показываем детям. То есть, когда ребенок к нам подходит, мы сразу учим его, как правильно держать ракету. Мне сковородку зручнейше, если честно. Не пожалуйста, держите так. Так, продолжайте говорить. Да, вот по сумме вот таких вот интересных заданий и конкурсов ребенок получает определенное количество баллов. И дети, которые получили максимальное количество баллов, они признаются самыми талантливыми. Есть. Это плохая реакция. Сколько раз не выспался. Сколько? По-моему, раз 25 было. Я думаю, можно я могла больше, насправді. Я хотела пасти. Ну, вы кому лучше уже на теннисный корт переходите. Добре. Так, и на чем я остановился? Я как раз в третий класс переходжу. Початкова школа. На детских конкурсах мы остановились. Так вот, проект «Школьный супергерой», он помогает нам с помощью этих конкурсов в каждой школе выявить самых способных и талантливых детей. После того, как мы провели это мероприятие в учебном заведении, самые талантливые детки, которые выиграли эти конкурсы, они приглашаются к нам в рамках нашего благотворительного проекта на тренировки. И они смогут на этих тренировках готовиться к суперфиналу, который пройдет через несколько месяцев. И в этот суперфинал войдут победители из каждой школы. Это будут пары, мальчик и девочка. Когда мы проведем этот суперфинал, то победители вот этого большого турнира, итогового среди школ нашего города, они получат специальные призы от Федерации тенниса Одесской области. Плюс они получат призы от благотворительного фонда «Пчелка» от нашей команды. Ну и самое главное, что мы постараемся сейчас сделать такой смелый, скажем так, эксперимент. Эти юные спортсмены, они получат теннисные контракты. Что такое теннисный контракт? Это возможность тренироваться с нами на безоплатной основе, с нашей командой, не просто с каким-то одним человеком. В этих тренировках будут принимать участие чемпионы Украины Александр Вариченко и Оксана Теплякова, которые будут приходить, делиться с детьми навыками мастерства. И эти дети будут в течение полугода готовиться к серьезным теннисным турнирам. То есть, если у ребенка возникнет желание продолжать дальше, то он сможет с радостью продолжить это делать в составе нашей команды. То есть, вот такой интересный проект. Отже, шукайте подробиці, вбивайте South Coast Tennis Squad. Так, це спортивна команда. У мене таке відчуття, насправді, знаєте, що я такий маленький шматочок, такий, так, з чогось великого. Те, що робите ви, звісно, і сьомий телеканал, де ми готові підтримувати вас, тому що ви робите гарну справу. Я вже про це вам говорила, я буду говорити ще, якщо дозволите, так? Ми також вам приносимо іскренню благодарність за те, що ви пішли к нам навстречу і тепло приймаєте нас на сьомому каналі. І впереді нас чекає дуже багато всього цікавого, буде дуже цікавий контент. Із кожної школи нас чекає цікавий відеоотчет. И, конечно, мы будем с нетерпением ждать наших новых встреч, точно так же, как, я уверен, наши телезрители и широкая общественность будут следить за продолжением нашего интересного проекта. Дякую вам дуже. Залишайтеся сьомим. Найцікавіше тільки у нас. Це був денний ефір на сьомому телеканалі. В студії з вами провела його Тетяна Милимко. Усього найкращого.